Дорогие друзья, сегодня хочется поделиться радостной новостью. Сегодня мы движимы стремлением исполнить Божью волю в открытии новых и новых домашних групп. Я сегодня призываю каждого человека, кто хочет, чтобы у него дома открылась домашняя группа, где будет общение, где будут духовные молитвы, где будет изучение Слова Божьего и перемена в жизни. Если вы живете в Минске, в Беларуси, вы можете позвонить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране, и мы поможем вам начать домашнюю группу. В особенности, если в вашем городе нету церкви, в которую бы вы хотели ходить, или вообще нету никакой церкви, свяжитесь с нами, мы поможем вам начать это замечательное домашнее служение. Вообще хочу сказать, дорогие друзья, что домашняя группа – это показатель здоровости церкви. Это также показатель внутреннего здоровья каждого христианина. Когда тебе хочется общаться, когда тебе хочется высвобождать дары, когда тебе хочется служить другим людям, и когда хочется, чтобы это происходило в тесном контакте с верующими, с твоими друзьями, с братьями, сестрами во Христе. Это говорит о твоем здоровье. Поэтому я тебя призываю, дорогой друг, если ты хочешь, чтобы у тебя началось дома это служение, звони нам, мы поможем тебе, мы научим тебя, мы поддержим тебя. Также, дорогой мой друг, если ты живешь на отдаленной территории, но очень нуждаешься в духовном общении, ты на данный момент не имеешь пастыря или наставника, я рада тебе сообщить, что мы проводим интернет-домашние группы. Прямо по скайпу, по интернету, мы будем рады тебе помочь. Мы послужим тебе в дарах, в назидании, в общении. Ты получишь квалифицированную духовную помощь и поддержку. Поэтому добро пожаловать в нашу команду, где бы ты ни находился.